Привет, ребята! Сегодня покажу вам, что мы купили Василисе уже на Рождество и Новый год, и что купили для адвент-календаря. Адвент-календарь мы начнем 1 декабря. Не все из того, что мы заказали, уже пришло, поэтому я сниму вторую часть, небольшой кусочек того, что нам доставят. Итак, поехали смотреть, что же мы заказали. Итак, покажу, что же мы заказали. Начну с того, что не на Новый год и не для адвент-календаря. Это просто так мы заказали Василисе. Мне понравилась эта книжка. Будем использовать для занятий и ей для свободного изучения и исследования. Развиваем ключевые навыки с нейропсихологом. Обучающий игровой тренажер. Здесь времена года. Начинается с зимы. Мне очень понравились, что есть вот такие вот интерактивные достающиеся штучки. Их нужно подбирать по времени года. Например, да, зима, снеговик подходит. Что у нас тут дальше? Так, сосульки, да. Дальше, на лыжах катаемся. Играем в снежки. Очень плотно они туда прям с щелчком вставляются, сделаны из качественного плотного картона, и комокнижка, и вот эти вставные элементы. Очень мне понравилось. И много-много разных заданий. То же самое весна. Задание, и переставляете эти ярлычки. Дальше лето. Тоже задание, переставляете ярлычки. Интересные даже игры тут. Поиграем на каждой страничке. Осень, то же самое. И такого плана задания. Интересно, мне очень понравилось. Что перепутал художник на картинке, что не может быть и почему. То есть это уже в конце проверочные. Книжка очень понравилась. И такая она приятная в руках, интерактивная. В общем, классно. Это производитель Robbins. Так, поехали дальше. У подруги Василисы скоро день рождения. Они всей семьей фанаты мема. Эти мемы были у них в виш-листе. И мы вот 4 штуки для них заказали. Удивительные животные, мир динозавров, мир насекомых и пернатый мир. У Василисы тоже есть мема, водные обитатели. Ей нравится. Это, так, это уже подарок на Рождество. Эбро набор для рисования на воде. Вообще оно идет 6+, но думаю, что мы справимся. Состав набора. Лоток формата А5, краски, деревянные шпажки для рисования, кисть, загуститель, 2 порции, гребень, бумага для рисунков, 20 листов, бумага для очистки раствора, 20 листов, одноразовый фартук, деревянные заготовки. Будем тестить, пробовать. Рисование на воде. Очень это заинтересовала тема. Коробка достаточно такая большая. Будем делать. Это тоже на Рождество Василисе. Большой набор для опытов. 6 ярких экспериментов. Плюс 1 в подарок. Распаковывать не буду, так же, как и набор для рисования, потому что это подарок. Она найдет его под елкой. Пусть сама распакует. Кому интересно, потом сниму на телеграм-канал или сюда, как это все будет выглядеть. Эксперименты мы любим. Вот, мне очень понравился этот набор. Коробка тоже большая, кстати, сделана в России. Вот, тут разные есть еще варианты. Мы заказали вот такую вот большую. Экспериментируй, веселись, познавай. Класс. Так, это для адвента. Новогодние кристаллы. Будем выращивать снеговичка и Ариэль. Василиса очень любит, последнее время у нее русалки, Ариэль, у нее даже кукла есть, русалка от Enchantimals. В общем, тема эта ей интересна, вот будем выращивать, это будет в адвенте. Это тоже для адвента, живой аквариум. Набор для опытов. В общем, здесь в набор входят растущие семена, наклейки, стразы, фигурки, флорариум. Вырасти траву. В общем, как-то это все делается. Вот здесь вот инструкция написана, нарисована.
будем пробовать делать, это тоже будет в адвенте. Дальше, это уже из подарков. То, что не в адвенте будет, кукла от Enchantimals. Сейчас знаю, многие девочки на этой теме залипают. У Василисы есть две куколки. Она любит единорогов. Я подумала, что ей это понравится тема. Вот, так что ей заказали один из подарков. Потом вот такой вот набор. Это тоже для адвента пойдет. Я его разберу по разным дням. Здесь в набор входит вот такой вот единорожек подвеска. Бусики. Девочки такое любят. Заколочки с конфетками, звездочками. Резиночки. Браслетик. И вот такие вот заколки, арбузики и резиночки цветные. Повторюсь, это для адвента, я его разберу по разным дням. Так, дальше. Это тоже для адвента, я его разберу на разные дни. Детский набор для принятия ванны. Два детских мыла, 4 бомбочки. Внутри там игрушки. 4 бомбочки с ароматом колы, бабл-гам, дыни, малины. 2 мыла с ароматом клубники, яблоком. В общем, это будет в адвенте, на разные дни ей разложу. Она очень любит принимать ванну со всякими пенами, бомбочками и так далее, чтобы ей понравится. Так, это просто для творчества новогоднего, зимнего, нам с ней блестки. На моем телеграм-канале я делюсь всякими интересными поделками, плюс провожу онлайн и живые творческие встречи с детками. И, в общем, для наших зимних, новогодних мы там делали очень прикольную банку. Кому интересно, зайдите у меня в шортах, посмотрите. С блестками, там веточку красили. В общем, снежную банку делали. Это для творчества. Потом мы с Василисой начали заниматься музыкой. Нам нужна нотная тетрадь. Мне ей простые задания писать. Маленькую, тоненькую взяли, нам большая и не нужна, вот такая с зайчиком трубачом. Так, нотные прописи, это тоже просто для занятий, нотная тетрадь тоже для занятий, и это просто для занятий. Очень мне она понравилась, рабочая тетрадь это, учиться писать скрипичный ключ. Здесь задание раскрасить, здесь клавиатура фортепиано, да, где какая нотка, тоже задание. Нарисованы очень классно, иллюстрации мне здесь нравятся. И разные-разные задания. Мне очень понравилась эта пропись, она, конечно, на Озоне мы заказывали, дороговатая, но мне очень понравилась. Тут простые попевки мы уже с Василисой на блокфлейте будем играть чуть-чуть попозже. Вот такая вот она. Классно. И в конце мне понравилось то, что учиться Василисе писать, например, нотки. Здесь, вот даже сравните по сравнению с нотной тетрадкой, видите, здесь какие большие. Можно, конечно, самой расчертить, но удобно, что они есть. Учиться писать нотки, да, уже на нотном стане. И он такой большой, удобно будет поначалу. Очень мне понравилась эта тетрадь. Задание супер. Продолжение музыкальных занятий наших. Путешествие в музыкальную страну. У нас есть первая часть от этого. Ну, тут чуть-чуть более проще. Это посложнее. Путешествие в музыкальную страну. Учим ноты, сочиняем песни. Творческая тетрадь для детей с наклейками. То, что у нас есть уровнем легче, да, она нам очень нравится, очень классная. Вот такие вот тут задания, длительности, паузы, динамические оттенки, нота соль, поиграем с нотой соль, поиграем с песенкой. Вот такие вот здесь наклейки. Приклеивать там по заданиям, где необходимо. Поиграем с нотой ля.
нота ми, поиграем с нотой ре. В общем, классная книжка, понравилась мне. От предыдущей мы вообще в восторге. Там тоже с наклейками нотки клеить. Тоже для адвента. Космический песок, вулкан, набор для опытов. Цвет лавы зеленый. Хочу попробовать Василисе сделать. В общем, в один из дней будет у нее вулкан. Как истинной любительнице единорогов, мармелад «Страна единорогов» в виде единорогов. Какой-то из дней в адвент ей положу. Так, это тоже для адвента. Пипетки Монтессори. Хочу делать с ней всякие опыты с пипетками. И решила в адвент ей положить их. Что-нибудь сразу с ней замутим. От Зопиака от 3 лет. Здесь вот варианты применения. Классно. Давно хотели. Вот. Купили. Так, теперь. Подарочный набор барельефы из гипса. Василиса любит барельефы. Кстати, мне понравился контейнер. Он довольно-таки плотный. Этот можем открыть, потому что он не упакованный. Тут в наборе краски, разные формочки заливать. Прикольно, что они такие плотные, пластиковые. У нас были наборы для барельефов, там были тонкие формочки, и из них было сложно доставать. Посмотрим, как будет из этих. Тут вот машинка, мороженка, бабочка, клубничка, кораблик, паровозик. В наборе еще идет гипс. Кисточка и краска. Классно. Будем делать. Василиса, повторюсь, барельефы любит. Потом их расписывать. И еще, как истинная любительница, сами поняли кого, в один из дней будет у нее записочка, где он будет спрятан в адвенте. Вот такой вот красавчик-милашка. Я его уже постирала. Он готов к своей новой подружке. Кстати, я его хочу на 1 декабря.